В начале важное событие в жизни областного центра. В эти минуты в городской думе начинается внеочередное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению. Предполагается, что на нем рассмотрят три вопроса, и все они касаются главы администрации Пензы. Первым в повестке дня пункт о досрочном прекращении полномочий Андрея Лузгина. Также депутатам предстоит определиться с конкурсом на замещение должности главы администрации города и назначить членов конкурсной комиссии. Планируется, что окончательное решение будет принято на сессии, намеченной на 15 октября. Информация о намерении Лузгина сложить полномочия появилась накануне, и сегодня он подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию. Напомню, Андрей Вячеславович был избран на должность мэра в октябре 2019 года. Таким образом, занимал главный кабинет в здании на площади Жукова 2 года. До этого был заместителем председателя регионального правительства, еще ранее возглавлял областное министерство инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности. Пока исполнять обязанности главы администрации будет Александр Басенко, который пришел в мэрию 30 апреля 2021 года на место Германа Дорофеева, который занимал пост заместителя по экономике и развитию предпринимательства. Он родился в Туапсе Краснодарского края в 1971 году, имеет несколько высших образований, профильное, военное. 20 лет прослужил в армии, после выхода на пенсию продолжительное время работал руководителем государственной компании, затем в частном бизнесе.